Я рад приветствовать вас всех на своем канале. Сегодня у меня первая произошла поломка трекера за 2 года. Сильный ветер. Выхожу, смотрю, а у меня этот трекер повернут по ветру. Сначала не понял, потом подошел, разобрался и понял, что я могу его вращать, как видите, руками. Я вращаю панель. Вращается. Но это не вал двигателя вращается. Я думаю, что там еще ни разу не разбирался. Китайская электролебедка с электротормозом. Будет разбираться. Вот сейчас попробуем включить двигатель. Даже крутит. Но панели сейчас стоят в горизонтальном положении, чтобы его ветер не крутил. В обратную сторону можно как бы повернуть панели. Я думаю, если поставить их в горизонте, то ветер не даст, будет сам крутить их. Он уже так и делал. Так что жду советов по ремонту. Но здесь однозначно придется снимать электродвигатель и разбирать вот этот редуктор. Не знаю, из чего он там сделан. Ну, постараюсь на днях это все разобрать и поделюсь опытом. Так что, если кто знает, что там внутри, можете посоветовать. Буду рад всем советам, которые вы мне подскажете, что мне делать, как быть и куда бежать. Ну, бежать, понятно, что в мастерскую смотреть. Ну, интересно, что же там внутри. Сегодня уже делать вечер движется, разбирать не буду. Завтра у меня немножко свободный день. Сниму двигатель. Панели останутся в скальном вот таком положении. Ветер их не вращает. Ну вот, ветер не вращает, а я могу повращать. Так что, слава богу, что дело всего лишь в двигателе. Я думаю, что причину найдем и устраним.